Стой, медведь, стой. По ветру ходит. Так, ребят, всем привет. Сегодня охочусь в тайге. Медведь. Самочка. Так, пробуем забрать. Опа. Северные олени. Четверочка, кстати говоря, по ветру почти. Четверочка. 300 метров. Давайте сближаемся. Тут нет никого больше. Так, ребята, выманил я его. Вот он. Рога, ну, да, рога у него, конечно, такие не очень, можно сказать, 100 метров буквально уже до него. Все ляжет. Так, интересно, второй выстрел куда ему был, потому что он так упал. Первый выстрел, что? Он же вообще стоял вот так вот. Второй в череп. Да. Как-то насчет первого выстрела я вообще не уверен, что он именно туда был. Так, интересно, вот этот. Ну, у него рога разные, да, и они какие-то маленькие. Скорее всего, серебро. Ага. Вообще, смотри, один толстый рог, один тоненький. До золота тут, ну да, до золота тут далеко. Хотя вроде четверочка. Так, то я тут обернулся и смотрю. Еще один северный олень. Давайте заберем его. На этот раз с худзика. Сто шестьдесят девять килограмм. У меня тут неподалеку лабаз стоит. Я его давно ставил как-то, но не забрал его вот на север. Где-то тут буквально сколько? Ну вот он, неподалеку здесь стоит. Сейчас хочу до него дойти. Так, ребят, вот лабаз стоит. Дошел до него.
В тот раз я помню, когда я с него слезал, меня выкинуло на середину озера. Вот так вот. Давайте попробуем. Может, сейчас исправили они. Так, стоп, кто? Предупреждение. Ну, давайте тоже маночком отработаем. Северный олень где-то, он меня видит. Где-то здесь неподалеку. Правда, я голос его как таковой не слышал. Но раз он меня предупредил, значит, он близко. Вот он. Эх, за корягой стоит. Так, надо сначала его поднять, а потом уже будем проверять этот лабаз. Смогу ли я вообще его с собой забрать? Интересно. Там место вроде бы как бы у меня есть при себе, но хватит ли его или нет, непонятно. На 168 килограмм. Так, пробую сейчас. Так, сначала пробуем залезть туда. Ага. А вот когда я второй раз слезал, меня и выкинуло с него. Теперь пробуем слезть. Погоди-ка, а где? А, во. Выйти. Ну, нормально. Получилось. Так, смогу ли я его разобрать или нет? Вот мне интересно. Разобрать. Да, не могу. К сожалению, не хватает места. Ладно, пускай стоит. Хороший самец тут. Он уже уходил. Вовремя я его задержал. Он тут, в принципе, не один. Так, где он? Где-то здесь, да, по-моему, был? А, вот он. Вот он. В 125 метров. Все, есть. Одну троечку я здесь пропустил. Не заметил ее, она убежала. Плюс тут где-то еще видел троечку. Сейчас посмотрим, если здесь. Может, получится забрать. Вот она, почему она не испугалась? Тут дистанция буквально 170 метров, но она не испугалась. Вот это интересно. Забираем. Есть. Вот это такой нормальный самец уже на золото, 173 килограмма. Самка лося тут. Но это, наверное, та, которая тут спугнул, скорее всего, она тут орет.
Так, идем самца поднимать. Тоже на золото. 173 килограмма, рейтинг 330. Это даже... А у того сколько был? 322, по-моему. А вот 330. Такой. Вот такое вот интересное место. Там самка, вон она, одиночка. Красиво смотрится. Так, ладно, я иду сейчас как бы по замерзшей реке, можно сказать, по берегу. Самка ругается. Засидка стоит. В таком месте, куда здесь, в кого здесь стрелять-то? Здесь обрыв. Животное внизу не будет видно. Странно. Так, след медведя. Это самка ходила здесь. Так, ребята, тут где-то самка лося внизу. Где-то вот здесь, вот, прямо вот. За кустами. Одна она или нет, я не знаю. Но чуть дальше есть самец лося. И не один. Вот, 128, 129 метров, а чуть дальше еще один. Но они простенькие, конечно. Но других здесь все равно пока нет. Вот этого можно точно смело забирать. 130 метров. Давайте с худзика заберем. Так, он лег или нет? Не совсем я понял. И чуть дальше там еще самец. Надо сейчас посмотреть получше, может там еще есть. Ну вот этот-то вот он стоит, да. И вроде как бы все. Так, а этот я не понял, здесь или нет. Так, да, вот он лежит, просто его там не было видно. Ну, простенький, конечно же. Так, самка, да, самка. Тут орала, предупреждала меня. Так, вот он, этот самец. Может, подозвать его поближе? Тут, ребята, сверху еще один вышел, но он тоже простой. Здесь стоял. То есть я зову вот этого нижнего, которого здесь стоит, где-то в кустах. А тут еще и сверху он вышел. Но в верхнего стрелять нет смысла, туда надо будет лезть как-то.
забираться. Если только он сам вниз как-то слезет. Не, он не слезет, вон он. Поэтому стрелять его там. Там по склону где-то забираться. Но нет, лучше вот этого стрельнуть, да и все. Не идет. Не хочет идти. Почему-то что-то ему там мешает. Так, этот вот стоит. Дело в том, что вот нижний, он петлю здесь наматывает. Давайте тогда, ну я не знаю. Но пробовать тогда вот этого забрать. На месте, чтобы положить. 100 метров буквально до него. Есть. А этот, если убежит, значит убежит. Нет, он не может убежать. А попробуем его, конечно. Получится у него убежать, нет? Все, получилось. Да, убежал. Я уж думал, он это не выберется из этих камней. Вот он. Нервничает. Нервничает и идет сюда, главное. Может, получится его тоже сейчас забрать. Остановился. Да. Вот так вот. Еще один лось. Теперь нужно подобрать этих обоих лосей. Так, вот он этот лось. Залез он тут, конечно. Ну, простенький, понятное дело, 502 килограмма всего вес в нем. Да и тот второй такой же. Пятьсот шесть килограмм. Забираем. Так, у меня боеприпасов осталось на худик всего. Сколько? 8 патронов. Всего 8 патронов. Что самое интересное, я был в палатке, взял треногу, а вот боеприпасы нужно было докупить. Так, ну что ж, иду туда, к мосту. Кабанчик идет. Ну, в принципе-то можно даже с эскерса взять. Одиночка, самец. Я его увидел, он там как бы с горы спускался. Я быстренько треногу поставил и решил его чуть-чуть подманить. Двадцать три метра. Сближается. Так, сколько метров? 90 уже надо. 100 метров.
Ну да, до золота он не дотягивает. 148 килограмм. Вот такой самец. Идем дальше. Мост. Железная дорога идет. Уху, хорошо, что заметил. Лось стоит, ребята. С двумя самками. Самец. Довольно-таки неплохой. И Погоди-ка, тут две пары самцов. Сколько? 148 метров. Вторую пару вообще не видел. Вот это да? Так, стоп, пробуем установить треногу здесь. Я надеюсь, я не спугну ближайшую пару. Попробуем сейчас выманить их на себя. Обе пары. Если получится, то здесь возможно взять двоих самцов. Да, один идет, ну и второй тоже. А, второй-то он простенький. Значит, того будем первого стрелять. А этого уж как получится. Так, с этой стороны никого нету. Вроде нет. Ждем, когда подойдут. Сто двадцать два метра. Но идут, да, довольно-таки широко они. Двух, скорее всего, не успею взять, а вот одного точно можно забрать. Да, это в стороне самец идет. Ну и ладно, значит, будем брать вот этого. Да, расходятся. Слезаем. Не даю перезарядить. Вот это да. Ты перезарядил или нет? Ну-ка. Проверяем. Нет. Патрон в воздухе завис. Так, ну вот этот уже такой нормальный самец уже. Более или менее по рогам. Может быть и на золото даже. Нет, не дотянул до золота. Ну да, тут 9 очков не хватило. Опа.
Сначала заметил самку одну. Опа, ничего себе, вот этот лучше. Нет, одинаковый. Ничего себе, сначала видел только одну самку здесь в кустах. Заметил ее, решил это позвать манком, потому что не видно полностью, одна она или в группе. Вот оказывается, две группы лосей. Обалдеть. Вот сейчас есть вероятность забрать двух самцов сразу. Есть возможность. Довольно-таки близко они стоят друг к другу. Так, проверяем. Да, все заряжено, все заряжено. Сто метров буквально. 109. Ху-ху-ху-ху. Вот это да, вот это дубль. Отлично. Давно у меня уже не было таких дублей. Чуть дальше, вон там на склоне, есть еще вон группа лосей, но самец там такой себе. Вообще простенький, двоечка. Может быть, дальше еще будут. Давайте пробежимся. Самки. Так, смотрим. Ну да, они тут пока все серебряные идут. И этот, скорее всего, хотя этот может быть и на золото. Да, это на золото. 536 килограмм. Вот такой. Ага, это самка убегала, значит. Так, еще две группы лосей. Ну, вот это простенький самец, двоечка. А вот этот уже посерьезней. Замешкался, беги, а то заберу. Так, еще один самец, 526 килограмм. Вышел тут на озеро. На залив, точнее. Тут целые стада лосей. Эта группа уходит. Ну, такой простенький самец. Но зато вот здесь еще, еще одна группа. Тоже простенький. И третья группа. И все уходят. Дистанция большая. Не услышат. Так, ну что тогда, на этом все. Оп, следы пропали. Всем, кто смотрел, спасибо, всем удачи, всем пока.